На Камчатке растет число пенсионеров, желающих пройти дополнительное профессиональное обучение. В краевом правительстве рассказали, что такая тенденция соответствует тем процессам, которые наблюдаются сейчас во всем мире. Люди стали более активны, очень много работают. В Камчатском крае существует государственная программа содействия занятости населению Камчатского края. Куратором программы является агентство по занятости и миграционной политике. И я думаю, что программа очень интересна тем, что уже в этом году количество желающих приобрести новую профессию, получить новую профессию среди пенсионеров увеличилось почти в 6 раз. В правительстве добавили, что с выходом на пенсию у людей появляется больше свободного времени, поэтому неудивительно, что многие стремятся попробовать себя в новых видах деятельности. Большинство заявителей хотели бы пройти обучение по специальностям продавец, оператор ЭВМ и слесарь-сантехник. Не менее востребованными являются программы повышения квалификации бухгалтеров. Я чувствую себя, как бы сказать, не отставшей, не бабушкой, хотя уже возраст хороший. Ну, я бабушкой не считаю себя, только потому, что я не отхожу от молодежи. Вот у меня дочь и внук, все это. Внук пришел вообще, когда смотрел, работаю на компьютере. Он говорит: бабушка, ты у нас супер. Напомним, что по вопросам профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования жители края могут обращаться в органы службы занятости по месту жительства.